Здравствуйте, тут я в Баку, и мне тут азербайджанские друзья прислали видео интересное, диалог между грузинкой и армянкой. Что меня там заинтересовало? Ну ладно, там было достаточно бреда, да, но основное это то, что армянская женщина меня удивила, конечно. Сказала, что Физулинский аэропорт построили армяне. Я ржал до упада, но это такая горький смех. Дескать, наверное, просто азербайджанцы облицовку только нанесли на аэропорт. Вот. Такие вот дела. Интересно. А как это могло произойти, когда я был на освобожденных территориях? Если в Агдаме хоть какие-то остовы зданий были, неразобранные на дорожке, и могильные камни, которые там валялись тоже до конца на дорожке, своим домам они не забрали, то в Физулинском районе была голая степь. Там практически ничего не осталось. И аэропорт. Как же я не заметил построенный армянами аэропорт. Вах-вах. Ну надо же, какой я слепой. Оказывается, они что-то строили. Благодетели. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.